Всем привет, ребята, и сегодня у нас будет видео про Глим, который я уже очень давно обещаю, но никак не могу снять. Вот сегодня, наконец-то, таки руки дошли. Все сайты из видео будут в описании, если вам что-то непонятно, где я там взял социальные сети, антидетект, как это все настроить, смотрите мои видеоуроки на ютубе, ссылочки тоже будут в описании, и чтобы это видео не затягивать, я их отдельно снял, там все понятно, пошагово, так что разберетесь. И перед началом видео спасибо всем за то, что подписываетесь, лайкаете, комментируете, потому что уже 5000 подписчиков на ютубе за 2 недели, как по мне, это отличный результат. И еще такое. Поступают вопросы, почему я там не выкладываю аирдропы, вайтлисты часто на YouTube. Ребят, если я буду все выкладывать, у меня как бы жизни не останется вообще. Вот, поэтому у меня есть телеграм-канал, куда я стараюсь кидать какие-то актуальные вайтлисты, аирдропы, понятные, где тоже пошагово показываю, как их проходить. Также у нас здесь есть чатик, где вам помогут, если что, на любой вопрос ответят. Поэтому заходим, подписываемся, если вы интересуетесь абузом, криптовалютой, вообще, в принципе, дропами. Все пытаемся понемножечку зацепить. Ссылочка тоже будет в описании. Итак, мы уже это видео затянули. Давайте переходим непосредственно к абузу Глима. Что нам нужно? Это, конечно, таблица, Google таблица. В ней почта, адрес в сети BEP20. Ну, это вы поймете уже, смотря какой вы Глим будете делать. Там написано, какой адрес нужен. Вот, сид-фраза, Telegram, Twitter, пароль Twitter и номер от Twitter. Вот, я уже выбрал whitelist, неважно какой, whitelist, и в Глиме я тоже буду публиковать в мой телеграм-канал. Поэтому переходим и подписываемся. Здесь я уже все выполнил, взял свою реферальную ссылочку, закинул ее сюда, и буду вам показывать уже именно абуз. Кстати, такое, ну это лично у меня сегодня были проблемы, траблы с Глимом, что он меня с моих прокси не пускал, с антидетекта. Поэтому я очень много где пытался их купить, меня с прокси, которые пустили, это были на прокси 6.net. Поэтому, если вас тоже не будет пускать Глим, переходим сюда, покупаем, да, они по 90 рублей за штуку на один месяц, довольно-таки дорого для новичков, но они работают, вот. В описании будет реферальная ссылочка, если что, можете обрезать, код удалять, и она будет не реферальная, мне в принципе там не важно. Итак, переходим, вот мы все поставили, нам нужен антидетект. Я пользуюсь свичем, он бесплатный, и у меня есть видео на канале, как и что там, куда нажимать. Мы добавили сюда прокси, нажимаем, открываем новую вкладочку. Итак, для начала берем нашу ссылочку реферальную. Ну, вы сначала возьмете просто ссылку какого-то вайтлиста. Идем сюда, вставляем, переходим. Глим, кстати, он палит, что вы сидите с прокси. Он будет просить много копчи и так далее. Да, это сложновато. Но только так. Что мы делаем? Так, давайте сначала выйду, потому что я здесь уже что-то пытался, наверное. Вот, нажимаем логин, через что мы будем заходить. Я выбираю почту, придумываем имя, неважно, можно пользоваться генератором имен. Вот, пусть будет что-то. И email давайте я возьму второй, потому что первый я проверял, как он работает. Я использую Rambler почты, потому что они дешевые. Сохраняем. Теперь нам нужно доказать, что это мы. Нажимаем через Twitter, мне просто удобнее. Итак, все, мы зашли. Оно само доказало. Что мы делаем? Мы вот сначала нажимаем вот сюда. И оно просит пройти копчу, что мы не робот. Да, я говорил, что копчи здесь будет много. Но как бы без этого никак уже не обойтись. Какие бы вы прокси не использовали, копчу оно будет все равно просить. Поэтому просто привыкаем к тому, что она всегда здесь будет. Итак, прошли. Теперь нажимаем follow. Подписаться. Перекидывает в Twitter. Нажимаем follow. Так, еще раз нажмем. Все, теперь мы подписаны. Нажимаем continue. Оно опять просит, что мы не робот. Нажимаем «Я человек». Все, оно засчитало. Делаем следующее. Follow, там что-то опять. Опять подписываемся. Нажимаем follow. Нажали кнопочку. Подписались. Нажимали continue. Отлично. Теперь нужно сделать ретвит. Нажимаем сюда. Сейчас оно что-то подумает. Нажимаем «Ок». Нажимаем ретвит. Сделать. Перекидывает нас в Twitter опять-таки. И нажимаем ретвит. Все, нажимаем continue. Отлично. Нажимаем сюда. Здесь мне повезло, Twitter не запрашивает Telegram. В него не нужно заходить. Мы просто нажимаем на кнопку, возвращаемся назад, нажимаем continue, и оно проверено. Делаем также со вторым. Все, оно готово, засчитывает. Если обычно Twitter просит, точнее не Twitter, Glim просит телеграммы, нам нужна наша телега. Я ее беру где? Я показывал тоже видео, но во всяком случае, папочка, вот телеграммы, аккаунты, и открываем
сразу какой-либо аккаунт Телеграма. Ну, это так, если вы не смотрели мои видео. Итак, добавьте ваш адрес BEP20. Вот почему BEP20. Идем в нашу табличку, нажимаем сюда, копируем, нажимаем Continue. Оно считает, все, мы сделали. Теперь давайте проверим за реферал, оно дает 5 очков, вроде бы. Да, идем сюда на основу, у меня сейчас их 6, обновляем. И теперь 11, то есть реферала оно нам засчитало. Вот, в принципе, и все, весь процесс обуза, что мы делаем дальше. Можно не копировать ссылку, закрываем, идем в табличку, как-то указываем, что мы здесь прошли, но я просто цветом. Вот, берем опять ссылку, идем в Switch, ну или любой другой антидетект. Что мы делаем дальше? Открываем следующий профиль, берем опять нашу ссылку, копируем, идем сюда, вставляем, ждем, это у меня интернет, у вас обычно будет быстрее. Открывается глим, и снова-таки повторяем действие. Вот, в принципе, и все. То есть, на самом деле, обуз глима не сложен, если разобраться с прокси и привыкнуть к капче. Вот. Поэтому вы просили, я вам показал. Если еще раз какие-то будут вопросы, уже лучше не пишите мне, пишите в чат, потому что меня просто разрывает. В начале, когда это было 100, 200, 300 подписчиков, это было возможно. Теперь, когда вас 5000... И мне пишут в Телеграм постоянно 100 людей, но я просто физически не могу всем ответить. Поэтому извиняюсь, все ссылочки на Телеграммы всякие будут в описании, поэтому переходим туда. Подписываемся на канал, если вам понравилось видео, ставьте лайки, комментируйте. И если есть вопросы, можете тоже задавать в комменты, я на все отвечаю. Вот, всем спасибо за видео и всем пока.